Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Майн, с вами я, Майн. Да, и сегодня мы, как всегда, не будем играть в Майн, а будем играть в игру Free Fire. Извините, немного забыл. Немного настроения нет. Шучу. Так, короче, я в видосе про изменения на канале говорил, что будут такие игры, как PUBG. Таких, скорее всего, не будет. Такой игры. Скорее всего, не будет, короче, потому что она какая-то супер-пупер-мега сложная для меня. Я просто нубик, скорее всего. Free Fire — это прям вот золотая середина для меня. Это, ну, я не знаю, мне просто нравится в нее играть. Кайф, короче. Вот, 3, 2, 1, погнали. Ой, так. Настраиваемся на серьезную игру. Да. Ну. И что? Все, ребята, валим. Так, падаем, короче. Моя тактика всегда подальше куда-нибудь. Какую-нибудь глушь. Предлагаю упасть где-нибудь здесь. Главное, чтобы никто рядом с нами не упал. Не приземлился, точнее. Вот это будет реально плохо просто. Секундочку, пока мы не приземлились. Все. Кое-что закрыл. Так. Так, давай. Никого поблизости пока что не вижу. Как спина у него очень смешно передвигается. Опа. Прям сразу так? Окей. Понял, принял, как говорится. Так, это... Так, на всякий случай, правда ли тут никого рядом нет? Потому что, ну... Мне будет ГГ, если сейчас кто-то решит напасть. Вот пока что мы будем с дробовиком, я думаю. Так. Он у нас уже есть. Опа. Довольно-таки полезная вот эта вот штука. Но... Так. Никого? Никого. А, побежали. Стоп. Выживших всего 10. Теперь понятно. В принципе, бояться... Нечего мне. Раз выживших уже 9. Кайф. Видос будет не особо долгим. Так, что тут у нас есть? Какие-то мины. Не знаю, зачем они нам. Так. Бегаем, ищем что-нибудь, что могло бы нам пригодиться. И, кстати, вот этот вот спаун, где я приземлился... Блин, я упал. Ну да ладно. Ну-ка. А как это устанавливает? Опа. Я ее уже установил, оказывается? Офигеть, а я что-то не понял. Ну, безопасная зона там появится... Через полминуты, поэтому все нормально. О, вот это ящик, это вообще прям, хотел сказать, топовое. А что там было вообще, понятия не имею. Нам нужна тачка, а вот на этом месте, где я приземлился, тачек, кажется, вообще нету. Ой, ребят, я же могу сделать вот так, точно. Ну, блин, то, что тут нет тачек. Вот я вот неудачно приземлился, думаю, какой-то завод, и классно, много всего будет. Так, что там по карте? Я не понимаю, где я. Не, я опять не понял, где я. Все, теперь понял. Так, если мы развернемся вот так, то нам туда. Понял.
Не могу перепрыгнуть, хорошо. Побежали, короче. Живых осталось уже 7. Короче, давайте я не буду тянуть время, просто вот на убыстренке до эпичных моментов посмотрите. Приятного просмотра. Так, ребят, короче, в меня кто-то стрелял. Просто тупо доложил. Обстановка. А, вон он! Серьезно? А так можно было? Я не знаю, мне кажется, это был какой-то... некий бот. Но если посмотреть по фактам, то... Ай, пофиг, не знаю. Осталось в живых 4. Вот это вот прикольно, кстати. Ой. Ну-ка, погнали, короче, прям быстрее. Я, конечно, не успел, скорее всего, там уже многие побывали 100%. О-о-о, вот это я место знаю, оно вообще классное. И, кстати, мне кажется, я кого-то там видел. Блин, это зона, где эти гранаты. Ребят, сейчас главное выбежать из нее. Сейчас начнет взрываться, блин. Все, я успел, ребят. Просто... Вау. Я не знаю, я топово одет или нет, но да ладно. Так, здесь есть транспорт. Там зона, ребят, блин. И мне нужен транспорт быстрее, просто наидичайше быстро. Вот я сейчас все хп потратил. Все, давайте транспорт, я буду всех противников давить. Так, окей. Я вот никогда не понимал, это квадроцикл какой-то, дичь какая-то, что это? Мне это напоминает квадроцикл от BMW. Почему, не знаю. Короче, будем ездить вокруг этой базы. Я думаю, это я так назову, потому что она реально безопасна. Но суть в том, что все игроки, оставшиеся 4, будут как раз-таки сюда направляться. И я в случае чего буду их сбивать. Изи. О, кто-то умер. В зоне, походу. Осталось 3 игроков. Угу. О, вот один. Сейчас я его минусану. Он так красиво отлетел. Кстати, в этом тоннеле я ни разу в жизни не был. Воу. А. Нифига я быстро маневрирую вообще. Кстати, здесь есть ламба. Насчет того, что это ламба, я не уверен, конечно же, но это прям так. Стоп. Осталось выживших 3. Ох, блин, тут опять эта взрывная штука. Насчет выживших 3 я поспорил. Их 2, я убил одного. По факту должно быть их 3. Ребят, предлагаю просто вот так вот прям вот в наглую. Ух, ё-моё! Все нормально, ребят. Просто в наглую на максималках вот так вот сюда. Оп! Нормально. Я живой, не беспокойтесь.
Я предлагаю сейчас забраться вон туда наверх и просто сидеть там. Блин, в некоторых играх постоянно я разговариваю, а тут я не знаю, что мне комментировать, чё, о чём вообще это всё. Ох, блин! Ребята, зона сужается, а я тут бегаю. Успею? Да, я успел. Ну, на самом деле, пока что еще нет, но сам факт, что я жив. Так, ну чё тут? Да блин. Погнали, короче, на центр. Это оказался не центр. Центр где-то тут. В случае чего у меня есть граната. Вроде как это граната-помощник. Наверное, я просто точно не знаю. Я надеюсь, что... Ну, по факту, да. Я не знаю, погнали просто... Ладно, неудивительно, в принципе. Так, просто спокойно. Хотел сказать спокойно, не напрягаясь. Да-да. Вот, ребята, осталось двое выживших. Это я и еще какой-то... Черт. Угу. О, аптечки. Прикольно. Опа, опа. Он сзади. Ребята, он по мне, кстати, один раз попал. Ребят, мы должны победить. Блин. Просто ничего комментировать вообще не хотел. Ну, по факту он был топовым игроком. Тут сказать просто нечего. А, я вообще не знаю. Будет ли вот это вот дичь вот эту вот кто-то смотреть. Ну все, ребят, я думаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и все, вот так вот мы продули. Но по факту мы вторым игроком были. Поэтому я думаю, то, что я держался не так уж и плохо. Так что ставьте лайки. Все, ребят, пока. Thank you.